меня совместное видео с каналом Таня Пэт. И это видео называется «Художественная гимнастка-самоучка против спортивной гимнастки». Барсик, иди сюда. Мы задали друг другу по три элемента, которые существуют либо только в художественной, либо только в спортивной гимнастике. Ну а теперь поехали! Видео подходит к концу. Переходите по ссылке в описании на канал Тани и смотрите ее видео. Ну а кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Мне будет очень приятно. А теперь всем пока!